Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного здания в Бангладеш достигло 400 человек. Под обломками здания могут находиться еще более сотни местных жителей, однако шансы найти их живыми равны нулю. Здание Рана Плаза обрушилось в прошлую среду. На момент трагедии в комплексе, в котором располагались 5 швейных фабрик, банк и магазины, находились около 3000 человек. От самого здания остались 600 тонн обломков. В среду власти Бангладеш начали хоронить неопознанных жертв обрушения. У некоторых погибших берут образцы ДНК, чтобы облегчить их опознание. Сегодня же в Даке прошла крупная демонстрация, участники которой требовали смертной казни для владельца здания, а также улучшения условий для работников фабрик.